Контролювати прозорість виборчого процесу в Україні буде, зокрема, і місія ОБСЄ. Делегатів парламентської асамблеї зустрів засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Він повідомив представників організації про можливі підкуп виборців. В свою чергу, голова асамблеї заявив, що ОБСЄ усіляко сприятиме опозиційним політикам у їх прагненні захистити вибір українців та завадити масштабним фальсифікаціям. И я вчера еще раз, будучи в Чернигове, еще раз получил информацию о том, что через офис отдельных народных депутатов с блока Петра Порошенко идут прямо поставка денег и скупка голосов. И, конечно, я об этом сказал открыто миссии, поскольку я считаю, что в сегодняшней ситуации с тем накалом, который есть в обществе, нам надо избежать любых фальсификаций, потому что ситуация, если люди поймут, что их обманули, будет просто непредсказуемой. Выборы должны быть честные. Мы должны, как политики, уважать выбор народа. Но действительно позор, когда люди выбрали исполнителя, а чиновники вмешиваются в этот процесс и политизируют его, заставляют исполнителя подписывать какой-то там договор. Нельзя вмешиваться в выбор людей. Выиграл исполнитель, достоин он, пусть едет спокойно, представляет интересы своей страны.